Оперативная группа, в состав которой входят судебные приставы, сотрудники городской администрации и налоговой полиции, посещают должников внезапно, но предварительно неплательщики получают письменное уведомление по почте с предупреждением о долгах. Если они игнорируют подобные письма, то визита комиссии не избежать. Мы выезжаем по адресу должника. Если он на месте, мы составляем акты ареста его имущества. Перед этим обязательно готовимся, зная, какое на нем есть имущество. Вот, либо мы оставляем на ответственное хранение, либо мы его изымаем. Также мы даем требования, чтобы он явился к нам, и дальше мы ему даем либо квитанцию, либо он идет там с налоговой, какие-то вопросы решает. Те, у кого сумма долга невелика, получают уведомление с требованием явиться в соответствующие органы и разобраться в ситуации. А для нарушителей с большой задолженностью действуют более серьезные санкции. Крайних мер принимать не будут, если человек попал в трудную жизненную ситуацию. Поэтому лучше идти на компромисс, чем копить долги. Все мы люди, всякое бывает в жизни, поэтому мы всегда идем навстречу должнику. В любом случае он может погашать частично свой долг, там, какая есть у него сумма. В любом случае не так, что мы пришли и сразу требуем полную сумму. То есть если, конечно, видим, что у человека действительно напряженная ситуация, мы, конечно, идем навстречу, частично погашает задолженность по мере возможности. Как показывает статистика, уже после первого такого визита неплательщики в краткие сроки погашают свои долги. Регулярные рейды приносят свои плоды. Такие рейды производятся действительно часто, но, конечно, с камерами реже, но мы сами, конечно же, выезжаем по адресам. Ну, эффективно, в принципе, потому что человек узнает, так как бы, может быть, почта не донесла, либо еще по каким-то причинам, а так мы уже приезжаем, в руки даем человеку под роспись, то есть он уже ознакомлен, если даже он потом придет и скажет, я не получал, у нас есть доказательства о том, что мы были, вы получили нарочно это все, то есть потом уже будем по-другому решать.